страшно. Грипп и простуда практически неизбежны осенью. Лучший способ обезопасить себя и своих близких – вакцинация. В Одинцовском округе прививку можно сделать по месту прикрепления или посетить мобильный медицинский пункт. Мы не вакцинируем только в период острого заболевания, если у человека в этот момент температура, горло болит. Опять-таки, обострение хронических заболеваний, в этот период мы тоже не делаем вакцинацию. Ну и уже, как я говорила, интервал между ковидной прививкой от ковида и гриппом тоже должен составлять месяц. Рекомендации врачей просты. Носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, употреблять витамины, особенно С и Д. Общая рекомендация, естественно, максимально себя пытаться обезопасить. В данный момент, когда у нас есть риск заражения как коронавирусной инфекцией, так и гриппом, естественно, лучше всего это теплее одеваться, пить, возможно, профилактические противовирусные препараты, витамины. И основной, наверное, сейчас как меры защиты – это вакцинация. Прививочная кампания в округе будет проходить до декабря. Вакцинация поможет организму перенести грипп в легкой форме, без осложнений, напоминают врачи. К своему здоровью многие предпочитают относиться ответственно. Я каждый год делаю прививку. Я от ковида сделал январь-февраль, первую, вторую. И каждый год в сентябре месяце делаю прививку от гриппа. Вести здоровый образ жизни – одна из главных рекомендаций медиков. Ольга регулярно ходит к своему врачу на профилактический осмотр и закаляется на свежем воздухе. Занимаюсь спортом, занимаюсь хаткой-йогой, хожу здоровая ходьба по трассе Лазутины, веду здоровый образ жизни. Любой житель округа, если у него нет медицинских противопоказаний, может сделать прививку от гриппа по месту прикрепления или в мобильном пункте. Достаточно иметь при себе паспорт и полис. Берегите себя. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».